кроме нее никто этого не делает, и на сей раз он ей не удался. А это мексиканка Синтия Вельдес. Очень интересная деталь. Тренирует сборную команду Мексики. Мама олимпийской чемпионки Юлии Раскиной. Не чемпионки, простите, призерки. Извините, олимпийской... призерки олимпийских игр. Серебряной. Синтии 18 лет, она чемпионка панамериканских игр прошлого года. Посмотрев уже половину композиции, я как бы вам могу сказать, что оценка не должна быть высокой. Она практически не фиксирует гибкость. Вот сейчас она зафиксировала форму. И по артистизму ей не все удалось. Очень многое, то, что она должна была поймать ногами, либо где-то без помощи рук,